Да. Да, хорошо. Нет, нет. Девочки, я еду в путешествие на машине Голубым озером. Здорово, а? Нет, нет, не получите. А откуда заявку пишите. Все. А другу Андрея родители свою Ниву дали. Вот он и приглашает Андрея, меня, свою девушку и ее подругу. Так что едем большой компанией. А как же твоя путевка? В местком отдам. А подруга зачем едет? Она ведь лишняя. Почему лишняя? Веселее будет. Ни к чему она вам. Были бы две пары, а так я бы на ее месте не поехала. Ну, на машине, конечно, интересно. Но у тебя, Люда, путевка хорошая. Ты подумай еще. А чего тут думать, Лизавета Георгиевна? По путевке за 24 дня я только в одном Лазаревском просижу. А на машине сколько я объеду, тут и думать нечего. Верно вообще-то. Но я бы выбрала путевку. А я бы машину. Только без этой лишней подруги. Да что, она мешает, что ли? Отдел поставок. Здравствуйте. Это из Кокшанска. Мне срочно нужна Марья Федоровна. А Марья Федоровна в отпуске. Как в отпуске? Вы шутите, девушка. Марья Федоровна должна была оформить нам поставку на бакселит. А до сих пор ничего нет. У нас план горит, а вы говорите, в отпуск ушла. Да, ушла в отпуск. Девушка, выручите нас. Ведь если мы не получим бакселит, то подведем Челябинский завод, а его продукция идет на экспорт. Если мы не поставим заказ в срок, то это уже политика. Вы представляете? Да какая там политика? Позвоните в конце дня, что смогу, сделаю. Кто звонил? Да из Кокшанска. Бакселит просит. Так и есть. Забыла. Я бы пальцем не шевельнула. Раз объект Марии Федоровны, пусть она отвечает. Как же можно, девочки? Это наше общее дело. Сейчас разве выбьешь поставку? Сложно, конечно. Ладно. Попробую. Потратишь на это весь день, Людка. А отчет за тебя, думаешь, Мария Федоровна будет составлять? Все сделаем. Люда, Андрей, привет. Привет. Ну вот и Андрей идет. Со своей красавицей. Господи. Да ну какая там красавица? А он ничего. Можешь отбить? А? Запросто. Давай. Прошу. Привет. Привет. Это что такое? Все в порядке. Ребят, где вы пропадаете? Ждем вас, ждем. Здравствуйте. Проходите, проходите, проходите. Знаешь, сколько я ее ждал? Сколько? О, сколько. Всю жизнь. И ждать обязан. О! Привет, здравствуйте. Прошу садиться. Разрешите представить. Это Люда. Это Андрей. Очень приятно. А это Оля Машкина подруга. Очень хорошая девушка. Кстати, поедет с нами. Буду вас пятым колесом в телеге. Не возражаете? Конечно, нет. А вы? Я? Да. Вы. Он тоже за. Правда, Андрей? Конечно. Ну, разумеется. Я за. Ну, раз никто не возражает, давайте... Танцевать. Пойдем танцевать. Люд, ты не скучай, ешь витамины. Ты что там сидишь? Танцуй с нами. В тесноте, да не в обиде. Спасибо. Я устала сегодня.
может вынести мук возлюбленного, и показывает, где прячется Анджелотти. Каварадоси грозит казнь. И вот здесь Пуччини находит новые краски, чтобы передать страдания своего героя. Можно к вам? Заходи, Людочка, садись. Люд, ты чего? Я не понимаю, почему ты меня пошел провожать. Весь вечер танцевал соль. Мог бы ее проводить. Да ты что, старуха? Ревнуешь? А? И не думала. Вот это правильно. Нужно быть современной. Раз ты такой современный, то я вообще с тобой никуда не поеду. Люда! 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 Подожди! Северогорск? Северогорск? Почему не прислали сведения? Закроем лимит, ничего от нас не получите. Все. Да, конечно. Отдел поставок. Тише, это Андрей. Минуточку, подождите. Ну, здравствуй. Понимаешь, подруга, когда Володька узнал, что ты не едешь с нами, сказал, чего мы ждем. Ну вот мы сейчас и уезжаем. Как? Прямо сейчас? И Оля тоже едет? Да, она тоже едет. А что я могу сделать? Ведь машина не моя. Скажи, что ты тоже едешь на машине с дипломатом одним. А я тоже еду на озера. Знакомый один из Африки приехал и пригласил. Он что, негр? Наш. В Таргпредстве там работает. Да, вот на его машине поедем. Да. На иномарке. Привет твоей Оле передавай. Хватит. Все, хватит. Ну что ж, счастливого пути. Умница, Людка. Ну что, попрощался? Ну и скатертью дорожка. Нужен тебе такой? Да если бы он был стоящим человеком, он бы не уехал без тебя с этой. Отдел поставок. Здравствуйте, Люда. Это опять я, Геннадий. Получили телеграмму на боксилит. Спасибо вам огромное. Выручили вы нас и весь завод. И теперь я с чистой совестью иду в отпуск. Еду на Голубые озера. Чистая вода, рыбалка. Счастливо отдохнуть. Я вот тоже хотела. Да не получилось. А что, путевку не достали? Да. Не, я не езжу по путевкам. Не люблю организованный отдых. Дикарем ездить. Самым настоящим, только моторизованным. У меня машина. Где хочу, там останавливаюсь. Брожу, любуюсь окрестностями.
Вот. Вам можно позавидовать. А вы хотели бы так отдохнуть? Хотела. Да не получилось. Ну так поедем вместе. Выезжайте поездом, а я здесь вас встречу, и дальше поедем вместе. Что вы, спасибо. А что, Люда, поедем. Мне одному скучно, честное слово. У меня палатка есть, ружье, спальные мешки, надувная лодка. Отлично отдохнем. Поехали, Люда. Так, а как же так? Мы же совершенно не знаем друг друга, и вдруг вместе поедем. Ну и что же? Тогда же интереснее. А на вокзале мы найдем друг друга по моей машине. Она у меня самодельная. Сразу заметьте ее на стоянке. Вот если найдете третий номер журнала за рулем, там есть ее фотография. Подумайте, Люда, соглашайтесь. Путешествие будет приятным. А я позвоню вам в конце дня. Езжай, Люда. Это сама судьба. Сама судьба. Знаю я эти дела. День в чистом поле, под вечер. Скажет, в машине что-то испортилось и начнет приставать к Люде. Что тогда? А может, он симпатичный? Пусть пристает. Верно, Люд? Угу. А если не симпатичный? Ехать с незнакомым мужчиной, конечно, не совсем прилично. Но и с другой стороны, он же не совсем посторонний. Он же с нашего объекта. А сколько лет ему, знаешь? Нет. Я и не спрашивала. Так неудобно же. И не спрашивай, не надо. Так даже лучше будет, по-деловому. Ты ему сделала доброе дело, а теперь он тебе. И пусть он хоть какой, тебе-то что? Вместе путешествуйте, но вроде как в командировке. Зато отличный отпуск, на машине. И назло этому Андрею. Езжай, Люд, не боись. Если что не так, всегда вернуться сможешь. Здравствуйте. Здрасте. Вы Люда? Люда. А я Геннадий. Очень приятно. Когда ехали? Да такси. Ну что, пошли? Да стойте, стойте, отдайте чемодан. Да вы что? Ну что, разве можно так? Сразу за чемодан. Знаем таких, видали. Вы извините, это ошибка произошла. Здравствуйте. Простите, вы мне? Да. Вы же Геннадий? Да. Вам. А вы Люда? Да. Простите. Здравствуйте. Как доехали? Нормально. Знаете, я не смогу с вами поехать. Почему? У меня дома дела. Тетка приехала, просит по городу поводить. Тетка? Да. Ну, тогда что же вы приехали? Ну, сказать вам это, предупредить. Предупредить? Угу. Ну, давайте хоть прокачу вас. Поезд ведь все равно вечером уходит. Ну как, Люда? Хорошо. Вам нравится?
Ну ладно, поехали на Голубые озера. А я его совсем не такой представлял. Я думал, что Люда – это такая учрежденческая дама, некрасивая, в очках. А зачем же такую приглашали? Ну, мне хотелось сделать той Люде приятное. Она помогла мне. И вдруг приезжает Люда такая. Самая обыкновенная. В этом городе, Люда, у нас будет первая остановка. Ну что? И здесь ничего нет. Ну, конечно, если вы просто спрашиваете. А как же я должен еще спрашивать? А то вы не знаете. А, вот вы о чем. Да, кстати, все расходы будем делить поровну, как в командировке, понимаете? Понимаю. Только вот так я не умею. Почему? Не знаю. При вашей-то профессии. Вы же снабженец. Ну и что? В ваших устах это звучит почти как проходимец. А снабженец – это не черта характера. Вы-то это должны знать. Да я это знаю должность. Это. Я знаю это. Только где мы ночевать будем? Этого я не знаю. Значит так, вы подходите к администратору и говорите, мне нужно два места в разных номерах, в долгу не останусь. Понимаете? Она дает вам два места, а вы 10 рублей сверхположенного. Ну, идите. Так. Что? Деньги забыл. Господи. У вас бронь? Нет. А мне нужно всего два места в разных номерах. Ничего нет. А если... Что если? Ну, если... Номера будут. Не будут. Делегации ждем. А, понятно. Извините. Что вы еще хотите? Ну, мне бы хотя бы одно. В женском номере. Для девушки. Очень хороший. Да какая мне разница для кого? Мест нет. Понимаете? Понимаю. Извините. Ну что? Сейчас. Все сделаем. Thank you.
Люда, приемник вам не мешает? Нет. На крышу! Так удачно у меня в мозгах что-то шевельнуло, что становится гениальным, как этот вот Эйнштейн. И все, что не ляпнуло. Здорово, Алё. Открытие и Нобелевская премия ежеквартально. Вон туда пойдем. Угу. Простите, мы вам не помешаем? Нет, пожалуйста. Спасибо. Люда, вы знаете, я хочу попросить вас об одном одолжении. Каком? Все как-то не решаюсь сказать. Говорите, раз уж начали. Видите ли, здесь, в 200 километрах, есть областной центр. И там завтра состоится парад самодельных автомобилей, в котором я принимаю участие. А без вас не состоится у них парад? Понимаете ли, они писали мне, приглашали, я им пообещал. И что же они обо мне подумают, если я вдруг не приеду? Ну что же делать? Поедем. Только высадите меня в центре города. Пока у вас будет парад, я по своим делам пойду. Хорошо. Извините, пожалуйста. Я хочу у вас спросить. Я приехал из Гатчинского района и увидел здесь, в универмаге, фотоаппарат. «Зенит-12М». Это зеркалка, полная автоматика. Я давно гоняюсь за ним. И вот сейчас, когда он продается, у меня, как назло, 20 рублей не хватает. Там, в универмаге, я обратился к людям. Товарищи, кто одолжит 20 рублей? Я им свой паспорт показывал. И знаете, что произошло? Что? Знаете, от меня шарахнулись, как от душевнобольного. Мне не поверили. Вот, пожалуйста. Я вам верю. Спасибо. Мы едем отдыхать на Голубые озера. Вот адрес. По этому адресу вы сможете выслать мне деньги ровно через месяц. Геннадий, может быть, стоит записать паспортные данные, товарищи? Вы знаете, у меня паспорт в камере хранения. Да не беспокойтесь, я вам и так верю. Ну тогда счастливо. Счастливо. Thank you.
Понимаете, Люда, Сычевский завод целый год поставляет нам некачественный сульфанокс. Мы посылаем им рекламации. Один раз забраковали целую партию. А без сульфанокса мы не можем работать. И вы знаете, что я подумал? Сычевск почти по дороге. И может быть мы... Остановите, пожалуйста. Что случилось? Ничего. Что вы делаете, Люда? Я поеду обратно. Ехать с вами – это не отдых, а сплошное наказание. Почему? Почему? Да потому что вы ужасный зануда. Да еще с приветом. Прощайте. Люда! Подождите! Качай, ну, качай! Там, сильнее качай! Ну, качаю, качаю! Давай, качай, слушай, качай! Давай, давай, я везде того берега. Не надо, не качай, не надо. Давай, качай, качай! Вы книгу забыли, Люда. Ну, чего ты не качаешь? Не стоило беспокоиться. Не надо. Вам помочь? Ты мне не поможешь, дорогой. Мне тягач нужен. Меня вывозить отсюда надо. А что случилось? Да вот, тяга не работает. Включите, попробуйте. А? Включите. А. Форсунки проверяли? Нет. Ну, все ясно. 12-й ключик дайте мне. Ага. Спасибо. Понимаешь, машина старая и холодильник испортился вчера. А? Отвертку. Все? Да. Отвертку. Отвертку. А я помидоры вижу. И вот сегодня вот это, а? Нужно мне это? Третий ключик есть у вас? Есть. Сейчас, Люда. Сейчас. Я уже заканчиваю. Понимаешь, помидоры сгниют, жалко. Да, думаю, что не сгниют ваши помидоры. Все в порядке. Спасибо, дорогой, спасибо. Не за что. На, возьми на дорогу. Что вы, нет, я не возьму, я... Да не бойся, это ящик мой личный. Нет, ну как... Возьми, а то обижусь. Ну, спасибо, дорогой. Счастливого пути. Правда, спасибо. Извини, дорогая. Дальше тебя повезти не смогу. Почему? Давай, 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 выходи, давай. А что случилось? Давай, 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 я знаю. Выходи. Вот так, осторожно. Вот. Курточка. Это сумочка. Сейчас чемодан. Ага.
Извини, дорогая, мне в другую сторону. Счастливо. Счастливого пути, дорогой. Все по вашей милости. Люда, я довезу вас до ближайшей станции или аэропорта. Как вы скажете? Приехали. А что случилось? Бензин кончился. Ну и здорово же жрет бензин, а? Мне нужно было сесть на рейсовый автобус. Ну, Люда, сейчас. Мы бензин достанем. Угу. Прощайте, дорогой товарищ. А что, земляк, я буду иметь с этого? Твое спасибо и талоны на бензин? Как что? Ведь мы занимаемся одним и тем же делом. Закрой дверь. Нет, но это может случиться с каждым. Закрой дверь. Ну, я прошу вас, вы войдите в мое положение. Закрой дверь. Надо же. Какой, а? Я не знаю. Подождите, стойте! Мы дадим вам ящик помидоров. Открой дверь. Оставь канистру, неси помидоры. Смотрите, кто есть на гастролях. Мне не очень нравится. Давайте сходим на концерт, а? Да. Так мы и достанем билеты. И вообще, я решила, едем в аэропорт. Я очень виноват перед вами, Люда. Получается так, что вы из-за меня отказываетесь от поездки. Да не переживайте, Геннадий. Я же вам сказала, что дома дела, тетка приехала. Так что в Челябинск, пожалуйста, один на сегодня. Есть только на завтра, на 14 часов. Может быть, спросите еще один на сегодня? У кого спрашивать, девушка? У автоматики только один ответ. Берите на завтра, Люд. Берите, зато на концерт сходим. Ладно, давайте. Кому лишний билет? Мне! А больше у вас нет билетика? Да нет. А у вас тоже нет? А у вас тоже нет лишнего? Нет, нет. У вас нет лишнего билетика? Нет, нет. Какой билет? Ой, извините. Ничего, ничего. Иностранцы. Do you speak English? Yes, I do. Please, you have one billet? Yes. One billet from this theater. Окей. Маша, дай ему, пожалуйста, Сашкин билет. У вас нет лишнего билета? Нет. Люда, вот вам билет. Ой, ну надо же. Ну идите, осталось 5 минут. Спасибо. Я встречу вас хорошо, после концерта. Спасибо. Не позволяй душе лениться, чтоб вступи в воду не толочь. Душа обязана трудиться и день, и ночь. И день, и ночь. Гони ее от дома к дому, тащи с этапа на этап. По пустырю, по бурелому, через сугроб, через ухаб. Не разрешая спать в постели при свете утренней звезды. Держи лентяйку в черном теле и не снимай с нее усты. А дать ей вздумаешь поблажку, освобождая от работ. Добрый вечер. Скоро закончится.
скоро, последний номер уже. Спасибо. С тебя без жалости сорвет. Без жалости, без жалости, без жалости. Люда! Геннадий! Вы знаете, Геннадий, я от концерта получила огромное удовольствие. Спасибо вам большое. А у меня для вас сюрприз. Какой? Вам не придется ночевать в машине. В мотеле было одно свободное место, я забронировал его для вас. Ну, Геннадий, вы сегодня просто волшебник. Только так несправедливо. Все мне, а вам ничего. Давайте так. Вы будете ночевать в мотеле, а я в машине. Ничего не получится. Почему? Это место в женском номере. Надо же. Люда, поехали на озера. Ведь уже настроились, и отпуск пропадает. Клянусь вам, Люда, я не буду действовать вам на нервы. Просто мы еще не преодолели барьер психологической несовместимости. Вот знаете как, у космонавтов их вначале на Земле готовят, а потом посылают в космос. А мы с вами сразу запустились. Все только поэтому. Пожалуйста. Ой. Впервые я нормально выспалась и отдохнула. В номере был душ, ванна и телевизор. Я отвыкла от этих благ. А мне разрешили вымыться в мойке для машин. Там тоже есть горячая и холодная вода. Родненький, помогите! Помоги, родненький! Что случилось, мама? Обокрали меня, вещи увезли. Давай догоним, давай догоним. Только что уехал. Садитесь. Вот. Садитесь. Вот подлец, а? Подлец. Уехал, а? Ой, какая у него машина? Да вот такая же, как у тебя. Только побольше немножко. Вроде как автобусик маленький. Ой, ой, даже в ту сторону поехал. Родненький, родненький, нам туда надо, туда. Какого цвета микрик? Да вроде красненький такой вот. Подвез он меня, значит, от станции до развилки. Ну, я вышла, авоськи взяла, а чемодан забыла. 21-й проклятый, все вот из-за него. Ну, я шоферу рубль даю, спасибо, говорю, милый. А он говорит, оставь себе, пригодится. Конечно, когда у него целый чемодан с вещами. А вещи-то, вещей-то там рублей на 350. Я своей внучке к свадьбе купила. Вот внучатам игрушек всяких. Слушай, может, догоним? Он ведь не мог далеко уехать. А, вон он! Он самый. Я его рожу хитрую сразу узнала. Давай, милый, за ним, давай, давай. Ах, видишь... Видишь, как вихляет, видишь, как? Ой.
Ой, ой, родненький, родненький мой дорогой, я же знала, что ты мне, я же говорила, что он мне принесет чемодан. Спасибо, да мой дорогой. Да ладно, мамаш, из-за вас я на заявку ничего, опоздал. Ничего, родненький мой, сыночек. Как, все в порядке? Спасибо, добрый человек, что вы мне помогли. Ну, спасибо, чемодан мой. Ну, что бы я делала без вас, Господи? Ну, спасибо вам, счастливой вам дороги. Вам также. До свидания. Мои. Ой, уж ты прости меня, милый. Это все из-за склероза моего проклятого. Я ведь из-за него даже домой никак попасть не могу. Далеко ваш дом-то? Да нет, вот тут всего 12 километров. Да вот автобус ушел уже последний. Геннадий, поехали? Извините. Люда, для нас 12 километров – это пустяк. А вы представляете, что будет, если... В очередной машине она забудет свой чемодан или авоську. Геннадий, вы в самом деле такой безумно добрый? Или притворяетесь? А, милая, да ты не серчай на него. Не серчай. Слушайте, а чего вам надо на ночь ехать? Поехали ко мне, а? У меня дом свой, сад. И внучка вот такая же, как ты. Скучать не будете. А потом у меня это есть. Как нехорошо получилось, а? Я ведь-то решила, что вы муж и жена. А вы-то еще, оказывается, еще и не влюбленные. Люда, мне очень нравится. Так ты женился бы? Ну что вы, Наталья Васильевна. Люда младше меня на 13 лет. Так муж и должен быть старше. Вот у меня муж был. Старше меня на 18 лет. Хорошо жили. Правда, рано помер. А вот я смотрела на вас. Вот как-то вот подходите очень друг другу. Правда, правда? Ой, ты мне очень нравишься. Вот такого для моей внучки, а? Это ведь не то, что Аркашка. Одногодки. Ну, какой он ей муж? Ну, ладно. Это что, еще не спят, а? Ну, сейчас же ложится. Отдайте моего кутенка. Вовка. Ну, спокойной ночи. Спокойной ночи, Наталья Васильевна. Знаете, Гена, что сказала хозяйка? Что? Хозяйка сказала, что из нас могла получиться супружеская пара. Да, в самом деле, она так сказала. В самом деле?
Андрей, отличная девушка. Ух, красавица. Девушка, слушай, девушка, пересаживайся к нам, а? У нас музыка, с ума сойти можно. Ну что, Челентано, Пинк Флойд, Абба, все, что хочешь, на выбор. Браво, честное слово, у нас отличная компания. Время проведем, класс. Магнитофон, стереофоник. Кстати, на этом дундулете ты далеко не уедешь. Ну, ну давай руку. Сейчас я им покажу, какой это драндулет. Старик, останови ты свою адскую машину хоть на минуту. Дай девушке сказать пару слов без свидетелей. Люда! Вот мы вместе путешествуем. Познакомьтесь. Люда. Марина. Мы вместе Наташа. Работаем. Хочешь персик? Ген, ну спой мою любимую-то. Хорошо. Мир из бетона, земля из железа, аэродромный разбойничий рокот. Не успеваю довериться лесу, птицу послушать, ветку потрогать. Как будто в гарнире в дом возвращаюсь и дверь открываю. Книги всю комнату заполонили, я прочитать их не успеваю. Сильным бываю, усталым бываю, школьного друга нежданно встречаю. Здравствуй, ну как ты? И не успеваю вслушаться в то, что он отвечает. Ползу в бесконечную гору, злюсь и от встречного ветра немею. Надо б, наверное, жить по-другому, но по-другому я не умею. Вновь я спешу и опять увлекаюсь, липкий мотив про себя напеваю. Снова куда-то бегу, задыхаясь, не успеваю, не успеваю. Геннадий, а почему вы до сих пор не женаты? Или вы убежденный холостяк? Я очень любил одну женщину и был женат. Да? А что случилось? Она ушла от меня.
Почему? Вот из-за этой машины. Понимаете, Люда, эту машину я делал 8 лет. И жена вас... Да. Она вначале ревновала, потом стала запрещать, ну, а потом совсем ушла. А машина для меня была все. Скажите, Геннадий, а вы могли бы отказаться от своего увлечения, если бы сильно, очень сильно полюбили бы? Сейчас смог бы. Геннадий, Геннадий, смотрите, какие красивые цветы. Боже мой, как они тут растут. Ух ты. Да. Красота. Видит око, да зуб не имеет. Геннадий, поехали! Так, так, так. Оп. Так. Где же это? А, вот. Ой! Ничего, ничего, ничего. Так, стой, 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 стой. Люда! Ты черт! Ничего, Люда! Сейчас! О, так! Ну вот! Все! Люда! Держи! Вы знаете, Гена, у нас очень дружный отдел, хотя мы люди разных поколений. Елизавета Георгиевна на пенсии, а у Нины Медведевой сын 10 класс перешел. А Нелли Пташева все-таки на 5 лет старше меня. Вы давно работаете? Нет, я в прошлом году не поступила в институт, и отец устроил меня в снабсбыт. А сейчас на вечернем, на экономическом. Вы знаете, что было, когда вы меня пригласили в путешествие? Елизавета Георгиевна, например, сказала, что он не посмеет себя плохо вести, потому что с нашего объекта. Совершенно верно. Да. А Нелька Пташева сказала, что я ничем не рискую. Чуть что не так, могу тут же вернуться. Что, собственно, вы и хотели сделать, как только меня увидели. Ну, знаете, я все храбрилась в поезде, а как вас увидела, перепугалась. Ну, незнакомый ведь человек. В отделе просили обязательно сообщить им, как проходит наше путешествие. Ну и что же вы им теперь скажете? То путешествие приятное. Но не спросите обо мне. Обязательно. Скажу, что, в общем, хороший. Так, я знаю, где здесь находится переговорный пункт. Завтра же утром идем и звоним в ваш отдел. Thank you.
Позвольте. Пожалуйста. А что это? Вы знаете, сегодня мой день рождения. Сегодня мне исполнилось уже 34 года. А как? А что же вы мне не сказали? Ну, все равно. Подарок за мной. Значит, за мое здоровье? Да. Я хочу пожелать вам новых удивительных моделей автомобилей и обязательно первое место на всесоюзном конкурсе. Счастья. И чтобы вы были всегда таким, каким вы были в 33 года. Спасибо вам, Люда. Я очень рад, что этот день я с вами. Все готово? Сейчас подаю. Все нормально. Садитесь, садитесь, друзья. Вот сюда. Садись. Попробуй. Так, нравится у нас. Люда! Андрей! Люда. Ну как путешествие? Нормально? Нормально. Вот это твой торгпред? Да. А это твоя Оля? Да. Да, какая она моя. Вон, видишь, сколько у нее кавалеров. За нами теперь целый эскорт машин следует. Все влюбились в нее с первого взгляда. Люда. Если ты скажешь сейчас хоть одно слово, понимаешь, хоть одно, я никуда не уеду. Какая встреча? Здравствуйте, Люда. Может быть, за наш столик? Спасибо, я не одна. Вот с ними собиралась поехать в отпуск. Почему же не поехали? Так, не получилось. Приглашаю. Люда. Идем, потанцуем. Если вы, конечно, не против. Ну что, пожалуйста, если Люда не возражает. Спасибо. Люда, а твой торгпред очаровашка. Можно я с ним потанцую? Можно. Только он не торгпред. Все равно очаровашка. А то, что не торгпред, я в этом раньше не сомневалась. Пойду приглашать торгпреда. Люда мне разрешила станцевать с вами. Вы не возражаете? Спасибо. Я вот так не умею. Пустите, я вас научу. Пошли. Кстати, как вас зовут? Геннадий. Пошли, Гена. Футбол ты смотрел.
Спасибо. Куда? Что? Мы будем сейчас еще танцевать? О, я не знаю. Извините, Геннадий, можно вас на минутку? Я прошу вас, не танцуйте больше. Хорошо. Хорошо, Лена. Ну, старик, слов нет. Нет слов. Жди и помни меня. Снова я уезжаю. Жди и помни меня. Все плохое забудь. Гена, пойдем. Нет, я не умею так. Ну что, у вас прекрасно нет, получается. Нет, ну, нет, пойдем, нет, Гена. Нет. Не хочется, правда. Это Люда вам запретила со мной танцевать? Нет, ну что вы. А вы меня обижаете. Разговариваете со мной, а смотрите по сторонам. Простите. Между прочим, я возвратила Люде Андрея, потому что он мне стал неинтересен. Обыкновенная личность. Помни меня. Как это возвратили? Все плохое. Ну как? Сначала они встречались. Потом он увлекся мной. И вот теперь, пожалуйста, трогательная встреча на берегу озера. Раскаяние, слезы, клятвы. Но стоит мне захотеть, и он будет возле меня. Наверное, не надо этого делать. Наверное. Да он мне и не нужен. А вот вы бы могли увлечься мной? Нет. Жди и помни меня. Улыбнись на прощание. Просто я не в вашем вкусе. Жди и помни меня. Мы друг другу нужны. Извините, Ольга. Я уезжаю. Скоро вернусь. Все. Пошли к нашему столу. А я не одна. Ну, я пойду и его приглашу. Не надо. Я сама. Я сейчас. Хорошо. Итак, друзья мои, есть тост. Оп. Вы разве не ушли с ним? С кем? Ну, вот с этим. Да нет, он расплатился. И журавли уносят лето. И журавли уносят лето. Девушка, в 320-м есть кто-нибудь? Нет, уехал. Я только что приняла у него номер. Я не одна, пока
с вами. Спасибо. Деревья, птицы, облака. Листья, как записки, с какой-то грустью неземной. Ваш уехал. Кто не терял попрощался. Друзей и близких. Кто не терял друзей и близких, пусть посмеется надо мной. Спасибо. Звенит высокая тоска, необъяснимая словами. Я не одна, пока я с вами. Деревья, птицы, облака. Деревья, птицы, облака. Люда, ты куда исчезла? Мы тебя там все ждем, а ты куда-то исчезла. Ты что, уезжаешь? Что случилось? Скажи что-нибудь. Люд, ну, я тогда был неправ. Прости меня, если можешь. Значит, до завтра, Анатолий Николаевич? Ждем вас ровно в 7. До завтра, до завтра. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ты что, не хочешь со мной разговаривать? Где же книга? Книгу не найду. А что? Люда, мне уйти? Уходи. Геннадий, вы так неожиданно уехали.
Я надеюсь, что вы позвоните. Путешествие было приятным. Я жду вашего звонка.